чтобы увидеть мир глазами Саси. Хоть смотрюсь я чудно, но взгляните в окно, и будете сами видеть мир моими глазами. Я иду по аллее, и внутри все цепляет. Ты здесь не права, мне не по вкусу трава. С простотою своей ты не боишься червей. Может все стать едой, ты себя лишь настрой. Свободная, мне не важно, что другие осуждают меня. Что лежит, подбираю, не пригодится, я знаю. Чему тебе этот хлам? Его раздам я друзьям. Об этом я и пою, смотри сквозь призму мою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мой смех безобразный, но он очень заразный. Наш комфорт и успех мы поделим на всех. Свободная, мне не важно, что другие осуждают меня. И я зубы чищу клеем, ем из туфель так вкуснее. Майонез ношу с собой, играть люблю я со змеей. Верю пище все духовно, но ешом не пить удобно. Но только в здании огромном там акустика бесподобна. Колбасу сажаю я, а это что там за свинья? Эй! Как вы зовете подбородок с двумя ногами? Двунога подбородова? Это было... Я хотел, чтобы вы назвали конкретное имя, но это не сработало. Обзывайте их! Они выглядят как три клоуна, один другого страшнее. Ты похожа на живот электрического ската. Если бы вы были фильмом, его бы назвали чудовище, чудовище и чудовище. Когда родители вас уронят, упадите на лицо. Может, это приведет к улучшению. Дай свой кошелек. Что это? Что это с тобой? Почему ты так сделал?